Здравствуй, фестиваль. Сейчас я вам покажу, как подать заявку на международный конкурс Wave Online Ideas. Мы на главной страничке myfest.art, международного фестивального проекта Волна Идей, и у нас появилась уже кнопка с нашим онлайн-конкурсом. Нажимаю ее и переходим уже на страничку онлайн-конкурса. Для того, чтобы подать заявку, нужно создать свой личный кабинет. Регистрация очень простая и займет не более минуты. Сейчас я вам покажу, как все это делается. Нажимаем регистрацию и дальше заполняем очень маленькую форму. Заполняем фамилию, имя и отчество. Заполняем. Дальше e-mail. Это мой e-mail, вы, естественно, здесь вставляете свой e-mail, создаем свой пароль, обязательно его запишите, чтобы не потерять. Это будет ваш пароль для входа в личный кабинет, где будут сохраняться все ваши будущие заявки. Здесь мы выбираем исполнитель или руководитель кабинета, но я думаю, что выбор очевиден, руководитель коллектива ставит галочку здесь. Исполнители, то есть если вы солисты и подаете заявку сами за себя, то здесь вы ставите галочку здесь. Нажимаем регистрацию и видим, что на ваш электронный адрес почты была отправлена ссылка для подтверждения вашего e-mail. Заходим на почту, вот действительно пришло к нам письмо, здесь есть кнопочка «Подтвердить e-mail адрес», нажимаем. Нажимаем и попадаем уже прямо в профиль. Это будет ваш профиль, где будет общая информация о вас. Здесь мы можем ставить фотографию. Я здесь поставлю логотип нашего фестиваля Wave Ideas. И здесь дальше мы все заполняем. Здесь все очень-очень просто. Огромная просьба. Обязательная к заполнению поля, которые отмечены красной звездочкой. При указании номера телефона огромная просьба выбрать те мессенджеры, в которых вам удобнее всего, чтобы мы с вами связались. Это нужно для правильной связи со всеми участниками. Здесь мы заполняем ваши соцсети, если у кого-то каких-то из этих нету, ВКонтакте, YouTube, Instagram или Facebook, просто оставляем поле пустым, не заполняем. Нажимаем «Сохранить», ну, сейчас я быстренько заполню, чтобы система дала возможность мне сохранить этот тестовый профиль. Я заполняю только графы, которые отмечены красной точкой. Вы, конечно же, заполняете все, которые есть по возможности. Описание. Это вы, как, например, мы зарегистрировались как солист. Вы пишете, что вы певец, ведущий. Ну и дальше ваша фантазия. Телефон. Эту строку мы тоже обязательно заполняем. Это наш офисный телефон. Не мой личный телефон, поэтому у нас на офисном телефоне есть и Viber, и Telegram, и WhatsApp. Все, что вам удобно. Страну проживания. Заполняем город. И огромная просьба, псевдоним. Я сюда введу свой псевдоним, который у меня есть в Инстаграме. Вы можете придумать себе какой-то другой псевдоним. И нажимаем кнопочку «Сохранить». Сохраняем, видим успешно. И у вас уже появилась вся ваша информация, которую мы заполнили. Она уже есть здесь. Она абсолютно редактируемая, то есть вы можете ее исправить в любой момент, когда вам этого захочется. Ну вот, например, мы изменим. Уберем отчество и добавим какое-нибудь другое слово. Например, Ганшин Руслан Олег. Не хочет добавлять Олег на русском. Ну, пусть так. Нажимаем «Сохранить». И осталось Ганшин Руслан Олег. Ну, почему бы и нет. Итак, мы заполнили свой профиль. В следующем видео я расскажу, как подать заявку. Спасибо.